Что будут делать западные страны в случае, когда Россия, переступив через Украину, через крымских татар, через все их права, в том числе религиозные, Россия пойдет дальше? Я считаю, что у Западной Европы уже должны упасть последние иллюзии. Было бы очень наивно в этой ситуации думать о том, что крымские татары в одиночестве смогут справиться.